Теперь рассмотрим производную Softmax по выходу из нейронной сети для одного и того же класса, где Softmax берется по классу номер i, и выход из сети берется тоже по классу номер i. Что у нас здесь получится? Опять же, мы применяем вот это правило дифференцирования частного. У нас в числителе e в степени y и t, соответственно, u это e в степени y и t, и v это у нас, опять же, вот это вот знаменатель. Производная e в степени y и t по y и t это e в степени y и t, потому что, опять же, e в степени x производная это e в степени x. Поэтому вместо производной u пишем e в степени y и t. А вместо v записываем то, что у нас стоит в знаменателе. Мы разобрались вот с этим кусочком этой производной. Дальше у нас стоит u умножить на производную v. U это у нас e в степени y и t. Поэтому, не стесняясь, записываем ту же самую e в степени y и t. А v это у нас то, что стоит в знаменателе. Только один элемент этой суммы содержит y и t. И это e в степени y и t. Таким образом, производная этой суммы будет равна e в степени y и t, потому что производная этой суммы это производная от e в степени y и t, что равно e в степени y и t. Давайте я запишу это, чтобы это было понятно. Производная по y и сумма по g от 1 до n e в степени y g это производная по y и e в степени y и это равно e в степени y и. Почему вот это равенство выполняется? Потому что все остальные производные будут равны нулю. Таким образом, мы записали второй член для числителя нашей производной. А знаменатель нашей производной это вот будет знаменатель исходной функции в квадрате. Что происходит дальше? Дальше здесь можно вынести e в степени y и за скобки и взять один из знаменателей нашей исходной функции. И тоже его вынести за скобки. Это у нас получится softmax для i. И с другой стороны, у нас получится сумма от 1 до n e в степени yg минус e в степени y и делить на вторую скобку в знаменателе. Я советую вам убедиться в том, что это будет единица минус softmax для класса i. Итак, мы с вами рассмотрели функцию softmax, и мы с вами поняли, как брать различные производные от этой функции для различных пар softmax и выхода из сети.